Измаильская власть вместе с начальником Измаильского порта торжественно перерезали красную ленту и открыли обновленный морвокзал. Новый фасад, система энергосбережения и благоустроенная набережная. В Измаиле после реконструкции открыли морской вокзал. Ремонт этого здания не проводился с самого его открытия. Теперь же визитная карточка Измаила обрела современный облик. Проект был разработан давно, то есть первоначально первая задача, которую мы ставили, это касается как бы восстановить именно тот функционал, который сегодня как бы здесь реализован. Поэтому нам очень важно, что именно этим знанием мы как-то символически подтверждаем нашу интеграцию именно в те туристические маршруты, в которые мы могли и сегодня включаемся именно в направлении в Европе. Реконструкция Измаильского порта имеет стратегическое значение для города. Мэр Андрей Абрамченко уверен, что современное здание поможет привлечь туристов из соседних стран и не только. Интерес очень большой городу Измаила. А для Измаила это развитие малого и среднего бизнеса, это сфера услуг. Наша задача, чтобы раньше турист к нам приезжал на 3 часа, быстро на автобусах они проезжали по туристическому маршруту. Сегодня уже турист задерживается на несколько дней. Верхом наших достижений будет, когда турист будет останавливаться в наших гостиницах, когда мы получим возможность кормить туристов в наших ресторанах и в наших кафе. После реконструкции в здании появились офисные помещения, залы для приема пассажиров, концертный зал для проведения конференций, лекций и форумов. Преобразился также и фасад морвокзала. Проект благоустройства предусмотрел и другие ноу-хау. Здесь энергосберегающие окна, полностью модернизирована система отопления. То есть ушли от больших теплопотерь, создав новые котельные. Здесь абсолютно современная система пожаротушения, система оповещения. Появились в обновленном комплексе и свои изюминки. Потолок холла во втором этаже оформлен в виде географической карты. Отреставрировали и старинные мозаичные панно на стенах. Комфортный отдых предусмотрен не только в самом здании морвокзала, но и за его пределами. На набережной Дуная обновили освещение, озеленили и благоустроили аллею. Нарина Щеглова, Игорь Лобчевский, телеканал «Репортер».